У Владимира Зеленского готов вертолет для эвакуации. В то время как у украинцев нет иного выхода, кроме как заключить мир до Нового года. Такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. По его мнению, новые реалии, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке и невозможностью Запада продолжать финансирование Киева, делает разгром киевского режима неизбежным. Каждый лидер своей страны уже борется за выживание себя, своей нации, своего народа и своей системы. Поэтому им уже не до Украины и не до президента России Владимира Путина. «Теперь нужно защищать Израиль во что бы то ни стало», – заявил Соскин. По словам аналитика, Украину может спасти только немедленное прекращение боевых действий и заключение мира до Нового года. Иначе население страны перестанет существовать. «Будет разгромлена наша армия. Рухнет фронт. Все города будут захвачены, всех нас уничтожат. Поймите простую вещь. Есть еще шанс. Да, 14% территории пока потеряли. Но пока только 14 и не больше. А если больше потеряем, кто за это ответит? У Зеленского, я уверен, вертолет стоит. Он сразу семью загрузит и все. Может, главу своего офиса Андрея Ермака возьмет. Другие тоже успеют убежать. А вам куда всем бежать?» Обратился Соскин к украинцам.